Каждый десятый подросток в мире зависим от социальных сетей и компьютерных игр. Об этом говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения. Специалисты ВОЗ опираются на данные исследования, проведенного в 2022 году. В опросе участвовали почти 280 тысяч людей в возрасте от 11 до 15 лет. Из США, стран Европы, Центральной Азии и Канады. Оказалось, что 11% подростков не могут контролировать свое пребывание в соцсетях. Причем девочки с этим сталкиваются чаще мальчиков. Последние же больше зависимы от компьютерных игр. Из-за этого у большинства опрошенных проблемы с успеваемостью и сном, заявили ВОЗ. Из-за постоянного использования социальных медиа у детей сокращается продолжительность сна. Это может влиять на общее состояние здоровья подростков и их академическую успеваемость. Сейчас важно повышать цифровую грамотность населения. Во многих странах для этого практически ничего не делается. А там, где программы цифрового просвещения существуют, они не успевают за стремительным развитием технологий.